У мяча оказывается Роберт Снодграсс. Смотрим на Босонга. Рвется к мячу. Нет, не он. Комбинация продолжается. Подача в штрафную. Босонг! А вот вам и получите. 2-0. Это уже есть тот самый мяч в раздевалку. Камерунец не просто так я обратил ваше внимание на футболиста, который этим летом перебрался из Тоттенхэм Хотспур в состав Норвич Сити и подписал 3-летний контракт. Вот тебе под камерунский мнимый трек. Он совершенно не мнимый и реальный танец исполняет. Чика сначала этот мяч сумел выбить, а вот дальше что-то не заладилось. Грант Холт подбирает мяч, подача, и с острейшего угла камерунец, который решил остаться для второй волны атаки своей команды, не побежал сразу же обороняться. Как классно перепрыгнул Бена Дэвис, он просто смел его со своего пути. Смотрите, внизу оказался валиец, причем абсолютно без каких бы то ни было шансов. Это все равно, что суперлегкий вес сошелся против такого же супернатяжа.